Так, ну смотрите, в 5-литровый я пересадила. Здесь все лишнее на стволике убрала. И немножко его заглубила. Все-таки оставила этот 7-й побег. Посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 побегов будет. Вот такой красавец. Так, а этот я, получается, это Silver Dollar. То есть я немножко его... Он был вот так. Нет, вот так. Вот так он был. Я его поставила немножко по-другому. То есть вот эта почка просыпается, это уже проснулась. Так, ниже на этом побеге еще одна почка. С другой стороны еще одна почка. Так. И вот на этом побеге тоже почка. Посмотрим. Все это как бы уже пойдет вверх. Уже пойдет вверх, и будем уже там смотреть. Так, вот так вот пересадила в 5 литров. Грунт вот здесь вот я использовала Terra, землю универсальную, плюс кислый торф 50 на 50, плюс перлит, плюс вермикулит. На дно добавила удобрение для гортензий от фирмы Бонафорте. Грунт влажный. Гортензии были во влажном грунте, ничего не поливала. В идеале потом еще замульчировать верхний слой. Можно хвоей, можно корой, чтобы не так быстро перестать.